Это мои первые 13 корпусов. Вот они. Надо дановскую рамку. Из сосны. Скручивал на саморезы. На каждый корпус вышло примерно, даже не примерно, а точно 32 самореза. Вот они внутри. Рез мусного станка у меня нет, поэтому внутреннюю сторону я электрорубанком хорошо обрабатывал, точно. А снаружи так, лишь бы закраситься, мне эстетический вид не особо важен. Так как рез мусного станка нету, доски разной толщины у меня получились. Внутри-то по размеру все верно, вот снаружи какая-то 35, какая-то 38 миллиметров. Из-за этого, видите, чуть-чуть кривовато. Точнее, здесь больше, чем 37, 35 миллиметров. Покрасится все красиво. Главное, внутри для пчел комфортно. Это у меня дно без обечайки. Вот здесь постелю. И будет готовое дно. А, ну да, еще литочек просверлить. Это у меня такая крыша будущая. Тоже настелить. И металл листом покрыть. Крыша наподобие как нахлобучку. Круглые литочки просверлены. Ну, в общем, первыми 13 корпусами я очень доволен. И вышло выгоднее. Два додановских корпуса, крыша, подкрышник и дно. Приблизительно, по моим подсчетам, в 1000 рублей так, вместе с покраской, обивкой жестью и литковыми заградителями. В общем, то, что я задумал сделать корпуса все свои, по цене выйдет намного дешевле, чем покупать. Отобью по цене даже свой станок циркулярный. Все, делайте. Это не так трудно.